Наше слово накрывает столы. И это не просто так. Здесь будут отмечать День Матери. Подготовка к Дню Матери идет полным ходом. Нина Николаевна, вы главный организатор этого праздника. Скажите, что будет сегодня проходить? По традиции в нашей школе мы проводим общешкольное родительское собрание, посвященное Дню Матери. И вот сегодня мы приглашаем всех родителей, всех учителей, кто является мамами, да, наверное. Вот, и мы будем вот поздравлять всех мам. Что нас ждут? Какие выступления? Выступают у нас наши учащиеся, то есть у нас ведущие Смирнов Иван и Лесневская Александра. Это главные наши ведущие. Ну и, конечно, еще выступают у нас гости из поселка Онежского. Выступает Светлана Владимировна с песней с Александрой Ивановной поет. Выступают воспитанники дошкольного обучения. Ну и все, наверное. И наши учащиеся. Спасибо. А скажите, к чему идет приготовление? Приготовления идут чаепитию, посвященному Дню Матери. Мы организовали сладкий стол. Помогли нам организовать стол спонсоры. Магазин «Феникс». Оксана Александровна Яночкина испекла свою выпечку, принесла, за что ей огромное спасибо. Мы хотим угостить наших гостей вкусными пирогами, конфетами. Чаем. Здравствуйте, вы сегодня такие красивые. К чему все это? Ну, сегодня замечательный праздник, День Матери, и мы вот подготовили выступление для наших дорогих мам. И мы как бы главные ведущие. Спасибо большое. Люблю тебя, мама, за что я знаю, наверное, за то, что живу и мечтаю. Я душу в свою, за это она, я тебя люблю. Мы веселые подружки, мы танцуем и поем, а сейчас мы вам расскажем, как мы с мамами живем. На копченую костюмню лето пустила песком, по часам. Погоди, не рви, ой, везет мне смерть, повезет любви. Вот такой у нас, по сути, праздник ко Дню Матери.